Они добрые. Что они добрые? Да ты улыбнись, они тебя улыбнутся в ответ. Не знаю, но ты сам. Ну нет, такого быть не должно. Подробности? Да. Thank you.
они же ловят этих лис. Вот, смотри, ты видишь? Ваши лис. Их же специально выращивали. Выводили породу, точнее. Чтобы вытаскивать лис за хвосты из нор. Они поэтому такие длинные. Чтобы по норам лазить. Звонил, что делать. Просто есть педальник, крути и все. Они реагируют, потому что ногами крутишь. А вдруг они нормальные перенос? Почему? Нет. Сашка, все, парень. Если вместе поедем. Да, вон она ждет себя, Олесь. Себя ждет. Что, боишься? Да. Боишься? Не просто мимо едь и все. Не обращай внимания. Thank you.
все нормально. Что? Не так страшно было, Ира. Все, вот тут она всегда сидит, караулит. А дальше нет. Не, Олесь, все. Ну, если только какие-нибудь такие, которые непонятные ниоткуда. Такие, знаешь, которые бегают. Такие вот эти вот. Непонятные. Такие бродячие, стая. Ну, по дороге мы поедем, а они охотятся на велосипедисты. Как бы так больше не будет никаких. А что ты вдруг решила 60-то мотануть? Я же говорю, я хочу 40-то мотануть. Просто по себе. Вон, поезжай в это, в выходные, в этот Кашин-Калязин. Не-не-не, 320 километров за 2 дня. 80 километров за раз. Ну что, сотни. Это моя цель, уже этим летом такую цель была. Ага. Ну вот, приехала во вторник, мотанула бы 60. Что? Во вторник могла 60 катануть. Но они там не особо быстро, мне кажется. Ну вот мы в Старицу поедем, будет 70 минимум. Пещеры. То есть, ну вообще хочется. Вот может быть, понимаешь, следующие выходные должен был быть дикий ОПНР. Да, его отменили. Запретили. Это даже бесплатный фестиваль. Типа там все нажрутся. Милиции, полиции нету. На платных же фестивалях там же обеспечивают медицинскую помощь, все остальное.